Республика Мордовия. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Первомайск. Впереди камера. Ограничение 60.
Найди мобильный пост ДПС. Ограничение 40. Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60.
Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Ограничение 80. Впереди опасный перекресток. Ограничение 70. Впереди пост ДПС. Ограничение 50. Саранск. Приехали. Через 500 метров съезд. Поверните направо.
дела у тебя? Слушай, сейчас это напоминание в приложении пришло, там по последнему штрафу один день остался оплаты со скидкой. Через 1,5 километра поверните налево. Поверните налево. Прямо 334 километра. Да я тоже по работе умотал сейчас из Нижнего Новгорода в Саратов. Перегон из Нижнего Новгорода в Саратов.
стране у меня договор заключен с, ну, с юрлицом. И они мне дают, когда им нужно что-то, дают задание такое. Thank you.
Привет, Серег. Удобно? Че, как дела? Чем занимаешься? Я понял, понял. Это, ну, солнцезащитного, да, которого? Камера в спину. Ограничение 90. Слушай, это вопрос такой. Я тебе вчера сообщение там голосовое отправлял. Ты прослушал его, не? Помониторишь там что-нибудь, поспрашиваешь у своих товарищей. Могут, не могут, что там. Я уехал, я сейчас из Нижнего в Саратов еду. Да. Ну а что, ну, надо хоть что-то заработать. Я думаю, что около... Так, сейчас. Я думаю, около десятки чистыми. Ну да, и при условии, что я вчера вечером там в 12 ночи сел на поезд и планирую завтра уже вернуться. То есть это получается, ну, грубо говоря, там за полторы суток. Ну, нормально, нормально, неплохо. Вот, слушай, так, сейчас что-то уточнить тебя хотел. Блин, вылетело. Ну ты права. Да, ты права, получая там. Алло, Серег, слушай, а что-нибудь насчет магазина-то решили, нет? Угу. Я понял. Ну не нашли, да? А этот. Это, наверное, не ему нужно, потому что я сразу. Ну, я уже знаю, какой шаблон, какой хостинг. И причем, ну, хостинг я как, ну, на себя буду оформлять. Ну и, ну да. С Фордом у вас пока там тишина, да? Я понял. Ну ладно, что, я отвлекать тебя не буду. Я-то... Ага. По Мазде тоже звонков, да, нету? Слушай, я посмотрел, там не так уж и много просмотров-то на самом деле. Что-то 50 что ли было. Я видел 50 просмотров. Ну, может быть, не знаю. Так, ну ладно. Ладно, что, на связи тогда. Да, и от этого, от Ингоса я жду информацию. Я все ему предоставил, что надо было. Но пока нет, пока, ну, не, он писал. Писал, что ждем согласования от, ну, там, от какого-то отдела. Ага. Да? Ну, если что, можно. А они где? В этом? В Ингосе? Нет? Не спрашивал. А что? Ну, да. Он в Ингосе или нет? Я понял. Впереди камера. Ну, ладно. Ограничение ладно, Серег, 90. Давай тогда. На связи. Вот. Ну, созвонимся, если что.
Саратов, ЖД вокзал. Сейчас поищу. Вышка, к взлету готов.
Найди мобильный пост ДПС. Ограничение 40.